Так вот, я ушел на север, чтобы начать все заново. К моменту нашего знакомства я уже знал о репутации Одина и решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценит. Таинственный колодец знаний. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов, чтобы Бог увидел все, что надо. Он был очень впечатлен. Не знаю, что он такое увидел, раз попытался вырвать себе глаза, но я успел помешать ему это проделать. Позже я убедил его, что это была его жертва ради обретения высшей формы видения. Ну и все такое прочее. И я думал, что он поверил. Но потом он забрал глаз у меня, и я понял, что его не проведешь. Он знал, что я его обхитрил, счел это уроком и взял меня на работу, чтобы я был на его стороне. И долгое время так и было. Но он все равно затаил на меня злобу. Атрей, за мной! Уже иду! Huh?
Мимир, я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Тогда я был молод, имел амбиции. Асы обладали невиданной силой, но им явно не хватало стратегии, собранности и мудрого совета. И все это я мог им обеспечить. И так бродяга из далекой глуши оказался советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. И такая власть, парень, надо признать, дает свои преимущества. Да, но он же Один. Я не был совершенством, парень, но я был умен, даже слишком умен. Почему Один так на тебя разозлился? Давай я тебе попозже расскажу.
он на тебя так разозлился? С годами я стал больше думать о мире, и моей задачей стало сдерживать Одина. Защищать от него самого. Я служил миру, но и Одину тоже, это правда. Но он счел это предательством. Он мне больше не доверял, но и терять мой ум не хотел. Поэтому он заключил меня в дерево, стал приходить и пытать меня. Хорошо, что пришли мы и отрубили тебе голову. Да, парень. Уж я-то как рад. Ну да, я ведь тут начал одну историю. Я хотел рассказать тебе о Сколле и Хате, несущих день и ночь. Они были сыновьями проволка Фенрира, великого противника асов. Еще в детстве их поймал Один и посадил в псарню Асгарда, чтобы держать врага в узде. Когда солнце и луна взбунтовались и замерли, Один натравил на них Сколля и Хати. С помощью древней магии он отправил волков на небо, и те начали погоню. Погоня будет долгой, но не бесконечной. Ведь предсказано, что однажды Сколь и Хати поймают и съедят добычу. Знаешь что? Я попозже расскажу. А может, закончим историю? Волки Сколь и Хати, преследуя солнце и луну, приносят нам день и ночь. И так будет всегда, пока они их не поймают. В другой раз продолжим.
Сын, сюда. Это все. Пойди сюда. Дальше. Thank you.
Не знаю, что мы тут делаем. А может, закончим историю? Волки Сколь и Хати, преследуя солнце и луну, приносят нам день и ночь. И так будет всегда, пока они их не поймают. И тогда настанет Рагнарёк. Сумерки богов. Но Рагнарёк погубит Одина. Так ведь? Зачем же он выпустил волков, если это исполнит пророчество? Хороший вопрос, парень. Это вопрос власти. Когда начнется Рагнарёк, решать волкам, а повелевает ими Один. Если битва начнется по его команде, у него будет больше шансов.
Что это значит? Слушаюсь. Тут сказано «самозванец». Тут везде такое написано. Если я не ошибаюсь, мы не закончили историю о великане Бергельмире. А, да, я помню его алтарь. Там все смотрелось повеселее, чем у других. В целом. Все началось в океане крови. Наконец-то интересная история. Если помнишь, Эмир, первый великан, был заколот копьем Одина. Все начинается в его крови. Волшебные внутренности Эмира вырвались наружу с таким напором, что чуть не потопили все. Йотуны были не готовы к тому, что их всех смоет бесконечным потоком. Не только Эмир, но и все великаны могли быть разом уничтожены. И так Один должен был одержать победу. Но в тот день погиб не весь род Эмира. Ледяной великан Бергельмир. И его жена спаслись, уцепились за пустой ствол дерева. Они плыли много недель, пока, наконец, не достигли новой земли. Землю они назвали Йотунхейм. И начали все заново. Они плодились и размножались. При них Йотунхейм стал царством, где великаны были сами себе хозяевами и не подчинялись более никому. Давай я тебе попозже расскажу.
Thank you.
Что это значит? Ладно. Теперь я могу это перевести. Нифльхейм – страна тумана и богатств. А про богатство никто не говорил. Надо туда как-нибудь наведаться. Лёха! Вы двое грозная сила.